Ну что же, хорошо. Молзай, Ролл Бандитс. Да, да, кстати, нас оставили на трансляции как на трек-доте, так и на Bets Dota 2. Ну а что же, не всем комментировать же хайповый матч, согласитесь. Тем более, хайповые, значит, антихайп. Антихайп. И команда Альбатрос играет сейчас там. Ну и Royal Bandits против команды Маузов. Опять же, на Royal Bandits сейчас коэффициент за 11 на Bets Dota 2. Ну и всего лишь 1.08 на Mousesports. Ну что же, ладно, поехали. Посмотрим данный матч. Посмотрим, что к чему и как игроки команды Royal Bandits покажут себя против команды Mousesports. Альбатрос себя показали, но одолеть Маузов не смогли. Я думаю, что у команды Royal Bandits, кажется, будет та же участь. То есть одолеть команду Mousesports, по-моему, суждено только команде Antihype, да? Подождите, что? Не, Муза еще с антихайпами не играли. Да, да. Муза играли против команды ЮАшки, одолели их со счетом 1-0, и Муза одолели команду Альбатрос. При этом антихайпы выиграли ЮАшек, и ЮАшки обыграли Альбатросов, антихайпы выиграли команду Royal Bandits. Сейчас матч будет антихайпы Альбатросы, а следующий матч уже будет очень даже ничегошенький такой себе. То есть там получается... Что? Тим Украин? А, все понял. Там, кстати, Тим Украин через 2 часа 57 минут будет стартовать. Украин против команды Ан. Ну, даже там не знаю. Там еще стартанут Galaxy Battles. Причем два параллельных матча. Украин и еще какие-то команды, видимо, не будут. Хотя посмотрим. Я думаю, что там такая же группа. То есть, если даже открыть группу, сейчас покажу вам, видите. Antihype, Mousesports, ЮАшки, Royal Bandits, Альбатросы, Украин. Ну вот Ultimate Хули. Опять же, это команда с Чапи, это команда из России, ну а все остальные команды мне неизвестны. К сожалению. То есть каких-то. Блин, да что ж, как? Кто меня вспоминает, а? Наверняка кто-то из чата. Но микрофон я включил. Матч переключил, рамку убрал. Все хорошо. Так что никто меня материть сейчас не должен. Ну что же, Mousesports и команда Royal Bandits начинают свой матч. В бан отправляет сейчас Брюмастер, 2 минуты 7 секунд. Ну и минут 35 секунд имеется у команды Mousesports. Как-то так. Минута 35 секунд, понимаете. Мауза и в предыдущей карте даже против команды Альбатрос тратили очень много дополнительного времени. И сейчас делают точно так же. То есть, ну, я даже не знаю, возможно, они как-то прям очень основательно подходят к драфту и делают действительно крутые вещи. Либо они просто чекают игроков команды Royal Bandits. Хотя Royal Bandits уже себя показали на данных матчах. То есть, если мы сейчас даже пройдем, посмотрим на их драфты в последние. Royal Bandits против команды, тут Альбатросов, да, играли. Пиком, сейчас скажу даже, кем. У Royal Bandits было Жакира, был Огр Маг, был Магнус, был также еще Визаж вместе с Тимбер Соу. Ну и, по-моему, они также сыграли против команды Antihype. Вот на этот матч я смотрел как раз. Ну, Antihype там тоже, знаете, порезвились очень быстро. 31 минуту сыграли. Ну, хотя команда Royal Bandits держались до конца. Жакира, Андерлорд, Винтер Иверн, Визаж и Шторм. Спирит, но опять же против Винги, значит, Спрофита, Андайнга, Манки Кинга и Скаймага. Этого было мало. Этого было действительно мало. Очень мало. Так, ну что же. Не успел поставить тем. У них там нон-стоп движуха идет. Да. То есть, я, кстати, даже не знаю, как они проводят. То есть, там получается выск, если они в Барселоне находятся. То есть, у них посадки сейчас не на сцене. На сцене посадки начинаются, во-первых, по одной игре. Ну и, скорее всего, не с групповой стадии, а со стадии плей-оффа. При этом плей-офф также будет проходить где-то параллельными матчами. И там тоже будет очень все интересно. То есть, вспоминая опыт прошлого Весга в Киеве, который проходил европейские финалы, если вспомните, там, где еще команчи играли, играли Украин и все остальные. Там даже вот Stack Alliance играл. Stack Alliance, команда Alliance. Или там не Alliance, там, по-моему, играли сборные составы вместе с игроками Alliance, разные составы, тоже было интересно посмотреть. В итоге там как получалось? Там получалось, выходили в плей-офф, и на сцене выступали
по одной команде. То есть одна команда где-то играла в подсобках своих, да, вот как сейчас. И одна команда выходила уже на подиум, выходили к кабинкам, садились туда и играли. Ну и вот, кстати, в бан команды Royal Bandits отправляется Brewmaster, Batrider и Lycanthrope. При этом в бан команды MoSports отправляется Интроверна, Некрофос и Найтсталкер. Ну а в пике появляется Бисмастер и Рубик. Команды Royal Bandits появляется только Магнус. Ну, Моуза забрали очень сильных героев. Я уже думаю, что какому-нибудь Бисмастеру и Рубику можно будет добрать неплохого пака. Ну, вот как раз Royal Bandits отдали Тинника. Ну, вот Тинни Магнус уже смотрится, согласитесь. Сплэш дэмэдж за счет эмпауэра, за счет дерева. Ну, и в итоге в РП ты будешь вносить огромное количество урона. Вот это круто! Притом еще Тос, Эвеланж и все это какие-то именно способности на масс дэмэдж. Это круто! Это действительно здорово. На это и стоит присмотреться прямо сейчас. Ну и что же. Начинается вторая стадия банов. Бан команды в MoSports отправляет очень неприятного героя к Магнусу. Это Фантом Ассасин. Встроенный клиф за счет таланта плюс покупка какого-нибудь БФа и Empower. Ну, хотя я даже не думаю, что нужно покупать себе какой-то БФ, если у тебя есть Магнус с Эмпауэром. Просто прокачиваешь себе пассивку на 15 уровне, да, 20 клива, и берешь этот Эмпауэр Магнуса. Вот и все, покупаешь Дизоль и наслаждаешься игрой. Ку, привет, Рубик. Я же понимаю, что ты Рубик. Руби 5К. Может быть, конечно, так твой никнейм называется, но тебе привет большой. Что же, ты 41-й зритель, который посетил данную трансляцию. Ну, не вообще, да, как бы сейчас. Так что потихоньку набираем зрителей. Ну и что же, MoSports банит сейчас Виномансера. Ну и в бан команды Royal Bandits Reborn отправляется Death Prophet. Physical Damage в файте против Тини. Неприятно вот это вот массовые способности. Также неприятно вот как раз и Брюмастера, которого отправили первым пиком, первым баном игроки команды Royal Bandits от этой карты куда подальше. И поэтому они банят еще и Темпларку. Ну, Темпларка... Я на самом деле насчет Темпларки никаких проблем не вижу. На данной карте, если даже Тини там Эвеланж навалит, и в итоге все стаки рефракшена снимет, потому что Эвеланж, это же получается у нас контроль много... Так сказать, многоволновый... Дэмэдж, который заходит волнами. Первый, второй, третий. И в итоге эти рефракшены очень быстро снимает. И я бы даже эту темпларку не боялся. Тем более у вас имеется Магнус, который может дать хороший ревесполярить и подцепить ее. Очень стрёмно ставить, когда параллельно идут две игры. И при минусе не знаешь, на какую именно из следующих два умножать ставку. Но это как в спорте. То есть, знаете, когда идут теннис-турниры, и ты пытаешься взяться там за один матч, за другой, при этом особо не анализируя их, и вот проигрываешь чаще всего. Потому что в основном стоит как-то определяться, наверное. Привет-привет, тебе очень хорошо получается комментировать, приятно слушать. Спасибо тебе, монстр G2A. Спасибо большое. Не забывай делать фоллоу на канал, поддерживать меня. Вот. Ну что же, Огрмак, Рубик и Бисмастер появились от команды MoSports. И это все три героя, которые сейчас имеют контроль. Да, контроля очень много игроков команды MoSports сейчас получается. Да и команда Royal Bandits, знаете, идут вровень вместе с ними. Вингам, Magic Missile, Avalanche Tinit, Magnus Reverse Polarity. Все это очень больно. Но Вингу забрали не просто так, а под расчет то, что Магнус будет под Reverse Polarity получать минус армор. Тинит будет наносить больше дэмэджа. И на самом деле связка героев команды Royal Bandits мне нравится. Я буду золотые бандиты их звать или RBR, потому что уже, знаете, Royal Bandits, Bandits. Золотые бандиты. Золотые ручки у них, золотые. Ну и что же, четвертый пик от команды MoSports. Что же заберут? Ну, смотрите, Огрмаг, Бисмастер, Attack Speed. Кому Attack Speed подойдет? Причем под их способности. Ну, Мирани не надо. На кого-нибудь Кора можно подумать. Ну, Тролль Варлорд уже со своим Attack Speed. Причем тут надо как-то... Ну, вообще, на самом деле, Лайфстиллер хорош. Лайфстиллер, да, хоть он и получит неприятный, на самом деле... контроль в файте, то есть рейдж с полярити, либо свап от винги, и в итоге тебя пытаются зонить, потом у тебя рейдж спадает, и ты погибаешь от того, что тебя Тини напал с палкой, запинал тебя. Но игроки команды MoSports забирают Timber Soul. Ага. Ну, Core Timber,
Тем более, которые, скорее всего, даже отправятся на Миту команды Мау Спортс или на Изи Линию. То есть, если он отправится на Изи Линию, Хардлейн у нас все равно без мастера. Хотя, вот, кстати, игроки Мау Спортс те еще ребята, и они без мастера могут отправить на Мит. Это достаточно странный выбор, но такой я пару раз видел. А почему ты матчи антихайпа не комментируешь? Ну, я матчи антихайпа не комментирую, потому что не особо есть смысл в этом деле. То есть, антихайп комментирует StarLadder. Хотя этот, кстати, вопрос, по-моему, залетел с Ютуба. Да? Да. Этот вопрос залетел с Ютуба. Ну, потому что, действительно, матчи комментирует Рухаб. Ой, не Рухаб, а StarLadder. Я все время их путаю. StarLadder, Рухаб, блин, монополия. Одна, забита, все. Абсолютно. Вот. И, как бы, да, можно было стримить туда, на YouTube. Ну, нет. Нет. Еще раз нет. Я так подумал и все-таки решил, что, наверное, я буду комментировать матчи, которые пока никто не комментирует в русском комьюнити, ну и оставляют их без внимания. Я вообще не очень люблю такую несправедливость, пытаюсь с ней бороться, ну и как получается. Ну, кстати, игроки команды Золотых Бандитов не помешали и не испортили свою стратегию, добрали еще один контроль Никса, ну а игроки команды Мау Спортс остановились. Слабо, Мау Спортс, слабо. Потому что они забрали Тимбер Соу, а у Тимбера контроля нет. Здравствуйте. Ну что же, команда Мау Спортс забанили еще одного героя, который мог залететь со станом команде Золотых Бандитов. Это ЦК. Но я думаю, что у команды Royal Bandits еще есть как раз вот выбор того самого лайфстиллера. Да, неприятный Бисмастер. Неприятный Тимбер Соу. Ну, или, кстати, подождите. Фантомку забанили, да? Фантомка хорошо заходила. Ну и при этом мне вот интересно, команды Золотых Бандитов используют Тинника как кора вместе с саппортом Вингой и Никсом и Магнуса Хардлейнера, и не хватает им тогда мидера. Если им не хватает мидера, то против Тимберсоу зашел бы, наверное, зашла бы какая-то квапа. Либо пак. Вот. Потому что магического дэмэджа от него много. Да, Рубик может своровать какие-то неприятные способности. Опять же, тот же DreamQuail вам будет очень неприятно в файте сражаться против команды Мау Спортс отчасти. Но при этом не так это дело обстоит. Ну и что же, дополнительное время. 24 секунды остается у команды Royal Бандитов. Прямо сейчас. 37 секунд остается у команды Мау Спортс. И что же? Бандиты, давайте. Удивите нас. Еще минус армура. Да, на мид можно, конечно, поставить СФа. Ну, СФ под Бисмастером, под Рубиком, под Огрмагом и Тимбер Соу. No. Вайпер. Отлично. Вот это хорошо. Вайпер под Магнуса, под его реверс полярити с нейротоксином, с магическим дэмэджем. Ну, посмотрим, как это выйдет. В принципе, данный момент мне нравится. Вайпер хорош. Впитывает много дэмэджа, имеет замедление, имеет еще и дополнительный магический резист, который сработает как против Огрмага, так и против Рубика. Ну и в какой-то мере даже против снайпера, который прямо сейчас появляется у команды Мау Спортс. Мау Спортс. Снайпер, Тимбер, Огрмаг, Рубик и Бисмастер. Ну, изменили стратегии своей обе команды. Я думал, 5 станов. Чем больше станов, тем больше шанс выиграть. Ну, у команды Royal Бандитов у них больше этих станов. Да, хоть один стан это и ультимейт Магнуса, и появится он совсем не скоро, но при этом до него дожить можно. И я не думаю, что игра закончится до 10 минуты, до появления как раз того самого, наверное, Ревис Полярити. Не думаю, что так быстро. Посмотрим. Ладно, поехали, что уж тут останавливаться. Ну и что же. Ух, это уже четвертый матч друг за другом, которые идут. Уже три матча мы с вами прокомментили. Ну, остается еще один из данных групп. То есть мы дальше с вами будем комментить после данного матча. Матч команды ЮАшки и команды Royal Бандитов. Потому что... Или даже... Подождите, там будет перерыв. Там будет перерыв, скорее всего. Потому что в 17 часов начинаются Яшки и Royal Бандитов. Бандиты, а вот Мауза и Антихайп играют через 45 минут. Очень странно. Видимо, параллельность матча немного нарушили. Ну, и либо так будут делать. Посмотрим. Так, что у нас там в чате пишут? Good luck, have fun, maybe next time. Ой-ой-ой-ой-ой, это было жестко. Ну, вы поняли, да? То есть, они им желают удачи и вроде ждут ответное, а тут maybe next time.
прям никнеймом команды MLS Sports отвечают. Неплохо, нравится, хорошо. Ну и что же, игроки команды MLS Sports: Skylark, Beastmaster, Кейсер у нас играет на снайпере, Спартан сыграет на Угрмаге, Maybe Next Time на Рубике, ну и на Тимбере отправится Тук на нижнюю линию. Тут, кстати, сейчас Маки, так, а Тук-то все дело увидел, по-моему. Да, да, заплевать, импейл, подкопали. Ай-яй-яй, Эвеланж насыпали, Magic Missile пошел, поздно атак, но по Тейн вышку далековато. Поймали бы его за Т1 вышкой в лесу, да, наверное, бы и продолжили, но это кажется не тем самым, что хотелось бы здесь увидеть. Ну что же, Вайпер прокачивает поздно атак первой способностью на мизе. Отправится на мид, забирает баунти. Ну и по две баунти, видимо, достается обеим командам. Команда РБ забирает сейчас баунти на Рока и на Вайпере. Кстати, у нас тут Рока играет на Тине. На Вайпере сыграет Касам, Скайзер. На Никсе сыграет НРС. Магнус у нас здесь Кертен Келли. Ну и на Винге будет играть Ико. Да уж. Окей, окей. Ико так Ико. Ну что же, Винга отправляется на нижнюю линию. Ну и, кстати, команда RBR отправляет трипл линию вниз против Тимбера. Ну, Тимбер даже с триплой может разобраться. Правда, три контроля, три героя, которые могут нанести достаточное количество магического урона. Так еще и НРС, который со временем будет выжигать ману у этого героя и будет составлять магом проблемы. Эвеланж, Magic Missile, Impale, еще пара тычек. И это, по-моему, First Blood в исполнении команды RBR на боте. Отлично, подцепили, но все-таки смогли. При этом на миде пытаются подцепить Вайпера. Но Вайпер достаточно толстое существо, при этом на боте. Опа, плюнул. Плюнул сразу в ответочку Кейсеру. Ты хотел меня забрать, я тебе сейчас заберу. Ну что же, приходит сальва для Вайпера, сразу же отхиливается. Ну и в итоге выход трех героев команды MLS Sports на мид не увенчался успехом. Чуть ли Вайпера попытались забрать, но Вайпер оказался сильнее. Поставил счастливое деревце, съел его, так еще и Fairy Fire на всякий случай имеет. Да, так что мог его съесть на самый крайний случай, оставил, как пригодилось. Так, ну и что же, Тини может сейчас вновь насыпать, но при этом Никс приходит. Да, у него есть импейл. Ну и вот Magic Missile. Да, Magic Missile есть, также есть сейчас импейл. Нужно все очень хорошо расконтролировать, еще пара атак, и это еще один фраг для команды РБР. Если он продолжит в том же духе наступать на этого Тимберсол на нижней линии, он не нафармит себе артефакты. Ну и в итоге для игроков команды, да, РБР это будет небольшая победа в начале, но как это будет дальше продолжаться, сказать очень сложно. Что же, Ика идет пытаться забрать баунти, но не получится. Magic Missile слишком рано, хотя тут Никс, Impale может дать, подкопать, хорошо, забрать Аркейн Руну, заденайть, и Maybe Next Time отсюда уходит на телепорте. Так как все контроли игроки команды MLSports RBR потратили. Это как раз Royal Bandits Reborn. У них так расшифровывается. Хотя они, кстати, назвали RBE. RB. Свою команду. Ну, я их называю RBR. По-моему, так, наверное, все-таки правильнее. Если они Reborn, а не Evolution или eSports какие-то. eSports слишком стандартно. Reborn более-менее. Хотя это тоже заезженная тема с Dota 2. Dota 2 Reborn, бла-бла-бла. Круто, здорово, прекрасно. Так, ну что же, пытаются подцепить Магнуса, но у Магнуса имеется скьюер, так что, если что, по тейн-вышку он укатится, тем более имеется 6 танга, 1 сальва и стики, которые постепенно все-таки заряжаются. Ну что же, у нас Тини. Третий уровень на боте. Имеет 17 крипов, 5 денаев, 13 крипов имеется у Бисмастера, 10 крипов имеется у Снайпера. На этой карте при этом Магнус тоже не простак, 10 крипов себе нафармил. Ну вот, кстати, теперь вот у Магнуса появляется Empower, Shockwave плюс Empower, плюс еще и Skewer. На всякий случай. Ну, фармить так намного легче. Тем более, Empower как можно раньше нужно вкачать для того, чтобы Тини со временем все-таки получал данный баф и наносил как можно больше дэмэджа в файте. Файте, не файте, на линии. Ну и, конечно же, сражался намного лучше. Тем более, под реверс полярити обязательно пригодится. То есть, реверс полярити плюс Empower для Тини, наверное, несет все-таки больше дэмэджа, чем, например, третий Shockwave. То есть, третий Empower против третьего Shockwave на героя. Ну, мне больше нравится все-таки, конечно же, Empower. 297 золота зарабатывают игроки команды MLS Sports на миде убийства Вайпера. Правда, в это время игроки команды РБР забирают Рубена на боте. Ну и тут Тимбер попытался распилить Тиника. Тимбер, Тини. Тимберсоу, Тини.
Ти-ти. Ти-ти просто. Ти-ти на линии. Такая вот. Такое состояние. На самом деле, ты сейчас Ти не должен фармить крипочков. Так, хорошо. Еще деревце. Еще тычечка. Ну, отлично. Пачка крипов минус. 29 крипов. Ну, я думаю, что где-то к 7 минуте ближе мы с вами перейдем. Все-таки посмотрим нетворсы. Но пока думаю, что оставлю крипстаты. Чтобы их здесь оставить. Так, на вайпера, на мизе. Вновь врыв. Вайпер. Фейри Файр до сих пор имеет. Но в этот раз его здесь никто не спасает. И Фейри Файры он так и не прожал. Ну что же. У нас получается так, что шрапнель у снайпера была использована. Но тогда, в начале, когда они пытались забрать у снайпера, данной способности не было. 239 золота зарабатывает команда Mousesports за убийство этого героя. Ну и почти сравнялись. 3-2 счет, 5 фрагов на 5-й минуте. Все ровненько, все тютелька в тютельку идет по развитию данной карты. Ну, посмотрим, что из этого получится дальше. Магнус на топе продолжает фармить скрипов. У него имеется уже 17 скрипов. У бисмастера, правда, 30 крипов и 8 денаев. Ну и при этом Огрмаг также к нему притягивается на верхнюю линию. Появляется у него вар, трейндропы, кларити и пытается здесь немного трясти крипов. Команда Radiant, да, 4 получается, один проходит дальше. Ну, Бисмастер может и сам линию держать, все-таки у него появляется Bloodlust. Так, Никс выходит на топ, хорошо, Тини также здесь, Эвеланж насыпал, Тос подкинул, хорошо, на Скайларка можно сейчас просто на скивере увести, но не увозит, а как так-то, но тычка последняя от Винги залетает, все-таки четверо героев команды РБР собираются на топе и справляются с одним героем команды Mousesports. Но при этом какими силами? Они потеряли половину хп на Никсе, Тини потерял прокасты. Не знаю, вот, кстати, очень круто то, что получается, Тини забрасывает Магнуса, и он оказывается в спине. То есть он может очень легко подтянуть игроков команды Mousesports для своей команды или дать хороший ревиз полярити даже без блинка. То есть вот эта способность Тини, она универсальна. И был по двум героям. Эвеланж также, чем Magic Missile залетает, и это минус. Великолепно. Серия убийц для Рока. Ну и при этом 6 фрагов команды РБР. Что там? Какие коэффициенты на команду золотых бандитов-то были? Понимаете, золотые бандиты, отсылки к таким матчам. Ну, не знаю, подставные, не подставные, но они точно могут стать золотыми в прямом смысле. Ну и что же, сейчас проблемы у Вайпера. Вайпер получает огромное количество дэмэджа, заряжает по нему еще ассасинейт. Фейри Файр даже не понадобился, хотя, посмотрите, иллюзия все-таки Вайпера пошла по кейзеру, и ассасинейт сейчас влетит уже по винге, и винга погибает. Ну и игроки команды Mousesports расправляются с 3 персонажами на миде, используя всего лишь 2 героев. Магнус, конечно же, приходит, но тут еще и дабл дэмэдж у Спартана имеется. Замансил, куда? Что? Куда уходит? Где Спартан? Потеряли? Есть у него сейчас еще и Bloodlust, пытается уйти. Шоквейв, Вайпер здесь, поздняя атака, замедление, ну и поздняя атака должна его дожечь, хотя еще одна тычка, но не дотягивается. Тангус его выхиливают. Шоквейв дальше от Магнуса полетел, а вот Кейсер здесь погибает. Ну, видимо, не живет. Атаковать, правда, Вайпера не очень хорошая идея была для Огрмага, потому что там имеется коррозив хейс, коррозив скин 2 уровня, так что еще одна тычка, и Спартан погибнет. Но Вайпер почти погиб. Рубик за ним сейчас бежит. У него имеется фейтболт, ну и этот фейтболт может добить этого героя. Хотя одна поздняя атака и одна тычка. Это такое. 6 был коэффициент, но они все равно не затачат. А, не верите, да? Ну, хотя я тоже не верю. Уж такое, ребят. Это слишком. Это слишком. Верить в такие чудеса нужно быть совсем. Совсем каким-то мечтателем. Ну, а мечты это не всегда хорошо. В мечтах можно и повязнуть. Хорошо, 7-6, 13 фрагов на 9-й минуте. У Тиника имеется по нетворсу. Давайте взглянем. 4200 золота. Ну, у Тиника появляется ПТ и выходит он снова в сражен Яшу. Ну что же она там всех им так полюбилась? Блинк, Шедоублейд и Сабля. Самый важный артефакт на Тинике. Ну, по крайней мере, сейчас, как я думаю. То есть Сабля намного лучше, чем сражен Яша. Да, мобильность не хватает, купи себе фейзы. Но ПТ все-таки лучше, потому что это атак спит, и тебе он действительно важен. Ну, а так, кстати, у Винги проблемы. Ну, тут уже просто стан, и Магнус прилетает. Ой-ой-ой, а РПшечку дать. Но если ты не зацепишь Рубика или Огрмага, ты погибнешь. Ну, и, видимо, слишком далеко заходит Магнус. И не закидывает Эвеланж. Ну, и пошел ассасинейт по Магнусу, которого даже и не потребовалось. Потому что на мид приходит еще и Бисмастер. И, возможно, Primal Roar по тине наваливают, монобёрн пошел по снайперу, Вайпер идет дальше, но Вайпера пока нет, Вайпер Страйк, у него имеется только 5 уровень, ну и снайпер его в этом плане очень неплохо перефармил по нетворсу, по экспириенсу, по золоту.
Все-таки плюс какой-то вышел. Ну и что же, Тимбер на боте. Пытается пробиться Т1 вышку. Ну, Тимбер это, знаете, тавер-пушер. Пушер-тавер. Такая машина, которую действительно не остановить. Но все-таки он пушит не из-за того, что у него имеются какие-то невероятные способности на дэмэдж. У него просто имеются невероятные способности на дополнительные армуры и отхил. То есть ты спокойненько хилишься против этой вышки, у тебя огромное количество стаков армура. Ты просто бьешь. Да, наносишь 15-20 урона по таверам, но пока ты бьешь 5-6 минут за это время, ты его забираешь. Вот и все. Ну что же, Рубик, 4 уровень, вместе со снайпером на мизе, пытается немного удержать крипов и атаковать еще и... Вот так вот, хорошо, Магнус, ловили. Ну, могли. Опять же, Магнус попытается здесь дать РП, но не хватит дэмэджа, РП потратили. Так, хорошо, Магнус пошел вместе с Тини навалить по снайперу. Снайпер, Magic Missile, и это фраг, отлично. При этом еще импел от Никса заходит, Спартана подцепить, без мастер здесь, Шоквейв полетел, свапнули. Magic Missile через 3 секунды, Тини, Эваланж через 4. Тоса можно отправить кого-нибудь, но отправлять на смерть кого-нибудь против... Так, подождите, Magic Missile, Тос, Эваланж, минус без мастер. Ну и maybe next time, может отсюда никуда не уйти. Есть фаербласт по винге, винга живет, очень мало хп, 24 хп остается. Maybe next time бежит за ним, но не догоняет. И полетел сейчас Никс, Никс, импейл через 9 секунд. Maybe next time бежит, в это время Угрмак разворачивается, идет в нападение. Но тут вайпер, вайпер страйк в Спартана, Спартан, еще тычка, Magic Missile и Ика, не боясь того, что его смогут забрать, отправляется на лол хп и продолжает сражаться. Тини засыпает Эваланж, отправляет дальше, приходит Тимбер, приходит также на Рока, Рока здесь погибает. Слишком далеко пошли. Забегать так далеко за Рубиком не стало бы. То есть они забрали хорошие плюсы, они забрали Бестмастера, они забрали Снайпера, они забрали Огрмага и на этом могли отступить. Но в итоге остались и пошли дальше сражаться. И это оказалось не очень хорошо. Так, кстати, подождите 5 секунд. Прошу прощения за такую паузу, пришлось немного отойти. Так, ну и что же, в это время Тини фармит стак хеншин крипов, ну а на мизе нападение на снайпера. Нейротоксин и БЛ есть, атаковать дальше. Ну и буквально пара тычек, и в итоге снайпер погибает. Есть, правда, Primal Roar от Бисмастера по вайперу. Вайпера забрали, свапнули Скайларка. Скайларка здесь можно попытаться забрать, Тини наступает дальше. Магнус рядом, Шоквейв есть, прокатывается по Скайларку. Тот и это минус. В итоге 2 в 2 размен получился, забрали Вайпера и Никса, игроки команды MoSports, но потеряли Бисмастера и Снайпера. На самом деле это коры у игроков команды MoSports, а забрали только саппорта и одного кора Вайпера, мидера. Ну, то есть размен получился в пользу команды. Так, подождите. На самом деле Тимбера нечем цеплять сейчас. Вот здесь, конечно, Шедоублейд или Рейдж бы пригодился для игроков команды РБР обязательно. То есть он им действительно нужен был. И сейчас нужен, до сих пор. Но первым артефактом все-таки Сэншен Яша на Синика. Ну, как знаете, как знаете. Ну что же, по нетворса. Тини, первый нетворс до сих пор удерживает за собой. На втором нетворсе идет Тимберсоу, у которого будет появляться Бладстоун сразу же. Дальше у снайпера 4500, ну и Магнус идет 4000 золота. При этом Вайпер очень сильно отстает. То есть Вайпер один из тех героев, которые, да, вроде полезный, вроде и сильный, и танкует, и живет, и все прекрасно. Но при этом у него нет какой-то огромной способности на фарм. То есть что же у нас тут в это время? Я сейчас, кстати, пока посмотрю, там что пишет в чате. Легкая победа для греков. Ну, вообще, да, возможно. Салют. Привет, Хайарс. Ну, для греков действительно легкие победы залетают на данном турнире, но дальше им придется встретиться после этого матча с командой Антихайт. И вот там уже придется, наверное, все-таки неплохо, так сказать, сразиться. Показать, на что они способны, и раскрыть себя чуть ли не на 100%. Потому что Антихайп — это команда, которая действительно стоит серьезного отношения. Иначе никак. Так, ну что же, у нас сейчас Никса пытается подцепить, правда, Тини засыпает Эвлендж. Так, Рубик своровал при... Ой-ой-ой, вы посмотрите, что он своровал. Интересно, но в это время забрали Огромага, никого команды РБР не потеряли. Правится дальше. Ну что же. Maybe next time. Рубик, 7 уровень. Ну, вот что он своровал. Uh,
Я просто ни разу не видел такое, но теперь вижу. Вы понимаете, что у Рубика руки как у этих... Как вам сказать? Эти человечки Лего. Такой же. Один в один. Там, кстати, в это время Тини пытается разобраться с Тугом, прожимается сальва, Никс выходит. Никс, кстати, сейчас пытается найти, но... Нет, maybe next time с деревом, это, конечно, зачем-то. То есть ты меняешь свой посох на дерево и пытаешься с него атаковать. Здорово, здорово. Прикольно сделали. Ну, то есть это, конечно, обработали. Обязательно. Должны были сделать. Так, что же у нас тут сейчас, посмотрите. Так, пошел МПЛ, Мунаберн цепляет Никса. Да, цепляет Тибера Никсом, ну и при этом Тини, который пытается... Здесь тоже помочь своему тиммейту, но, к сожалению, не доходит. И игроки команды РБР отправляются бить Тейдин-вышку. Ну, так в тени появляется Яша, ПТ, так спит у него уже более-менее. Хотя первый ультимейт, там еще в скором времени второй подъедет. Ну и первым талантом Тини забрал себе 30 к урону. При этом 20 сопротивлений к магии мог забрать, но для него это пока не нужная вещь. Тем более там больше чистого дэмэджа и физического, нежели магического. Поэтому стоит больше задуматься над армором, нежели над магическим резистом. Ну, многие... играющие на Тине покупают себе иногда даже Hood of Defiance. Но это, знаете, такой все-таки хардлейн. Герой, Тинник, если вы играете на хардлейне, то да, это круто. А если вы играете на каком-то герое, как раз именно фармящей способности, да, и вроде как собираетесь фармить, то тут уже обязательно нужно покупать себе Сэнджин Яши. Вот, кстати, что Блейд следующими артефактами на Hood of Defiance тратиться не стоит. Потому что со временем у вас все равно появится такой артефакт, как Блокинг Бар, и тогда вы уже сможете... своему оппоненту показать большой средний палец по поводу того, что он пытается тебя законтролировать какими-то своими магическими способностями, а у тебя есть неуязвимость к магии. Вот и все. Ну и что же, Тини 11 уровень, 12 уровень на подходе, ультимейт совсем-совсем скоро, ну и Винга. Вообще, давайте пройдемся по артефактам, посмотрим, что имеется, правда, там в это время на топе. Втроем собираются игроки команды Mousesports, хороший Primal Roar, и Магнус отправляется в таверн без вариантов. Ну, сейчас Шрапнель, но есть... Да, отлично, кстати. Блинк сразу же на реакции. Ну и в итоге игроки команды РБР отправляются в смоках на верхнюю линию. Если они сейчас выйдут вместе с Магнусом, вместе с его блинком, то вы сами понимаете, что у команды Mousesports большие проблемы. Там, кстати, бафнули Сини, отправляется Вингап, есть Magic Missile. Ну и, видимо, здесь игроки команды Mousesports действительно погибают. Снайпера забрали, Шрапнель он раскидал как можно больше, получил еще дерево. Ну и Сини пытается отсюда убежать. Мансует, Тосом подбрасывает, летит еще Курьер. Курьера можно было убить у игроков команды Mousesports, но не убивает. В итоге здесь Вайпер пошел своим ультимейтом по Спартану. Спартану забрать, разменяться хотя бы 2 в 1, но у Тинника большие проблемы. Тини забрали, Тини сейчас идет иллюзия, вот это вот Эвенджер. А, Мститель, Отомститель идет на Тимберстоуна, правда, заканчивается его действие. Забирает также сейчас Рубика, ну и маны у Тимбера просто не остается. Также в это время Магнус контролирует Бисмастера. Нужно, кстати, Магнусу своему помочь. Подождите, он может просто на Скювере подкатиться еще, делать пару тычек. Скайларк стики прожимает. Ай, живет. А, не стики, кстати, Магнус прожал. Близко. Близко было, но Тимбера забрали. Все-таки игроки команды РВР отлично. Они могли устроить full fight мультивайп. И Магнус, кстати, в это время мог вообще уйти, наверное, на базу. То есть уйти от игроков команды Mousesports, у него была возможность, когда он уходил на скювере. То есть на скювере он мог откатиться и вроде как подраться. Но так как у него там было очень мало зарядов стиков, и у него не хватило дэмэджа для того, чтобы забрать Бисмастера, у которого имеется все-таки медалька, да, есть какие статы за счет Некромикона, ну и Soul Ring, который тоже дает сейчас статы. 6 к силе плюс 2 хп регена. Вот, в итоге Бисмастер выжил, а Магнус погиб. Ну там еще Некромиконы дрались, понятно, что было тяжело... остаться в живых этому Магнусу. Ну, мне даже интересно, почему он именно не отступил тогда. Отступил, было бы намного лучше. Ну, как видите. Ну что же, 17-15, сейчас 32 фрага получается на карте на 19-й минуте. Но игра продолжается. Все-таки игроки команды РБР устраивают неплохой отпор игрокам команды Mousesports, хотя вроде как ожидалось совсем по-другому увидеть данный матч. Увидеть, возможно, матч в одну калитку для команды Маузов, но не тут-то было. Игроки команды... Royal Bandits не совсем такие потерянные на данном турнире. Они хотят тоже сражаться, они тоже хотят выйти в плей-офф. Ну что ж, друзья, у вас сейчас 240 человек по трансляции. Обязательно пишите, за кого вы болеете. Болеете ли вы за команду Mousesports, болеете ли вы за команду РБР. И за кого вы ставили, главное. Вот мне очень интересно узнать это. Ну так, просто хотя бы намекните. Ну, тут знаю, что уже люди, наверное, топят себя, да. Там лоу коэффициент, 6 коэффициентов.
Ну, такое. Не всегда подходит. Так, ну что же, тут сейчас Спартан поставил вард, но к его огорчению здесь стоит Синтряк от игроков команды РБР, которые могут зайти и просто этот вард сломать сразу же. Причем там, кстати... ну радиус вышки не достает, да. Радиус, вышка, вард, все, увидел. Ну, винге, кстати, надо сломать. Подойти, убить. Просто главное не спалиться. Или или что тут? Ну, нет, тут еще, кстати, нейтральные крипы. Вайпер заметил вард, отлично. Ну что же, Тини вновь отправляется фармить и жить крипов. Игроки команды РБР на этом очень сильно держатся. Шедоблейд появляется у Тини. Но дальше в какой-то Сильверейдж он не собирается выходить. У него так дэмэджа, посмотрите, с эмпауэром под вингой имеется плюс 223 урона. То есть, если так посмотреть, под Магнуса он несет огромное количество дэмэджа. Причем атак спит у него какой? Одна, ну... За РП он даст 3 атаки. 3 атаки вот в таком количестве дэмэджа. То есть сейчас он имеет... 300... сколько? 350 урона, да? Притом... дабл дэмэдж. Ого-го-го-го-го, ВМ-террор. Ну, вы видите, что происходит сейчас с Фиником. Имеет дэмэджа чуть ли не за 620, да, урона. Это очень много. Тем более, если Винга тут как герой поддержки бы работал дальше, он мог бы собрать себе сейчас доминатор и просто брать волка. Это очень крутая способность, это очень крутой дополнительный буст. Так, кстати, драк начинается, ЭПЛ по двум героям, отлично, Тини наваливает. Боже, Огр, маг погиб просто за шот, РП от Магнуса куда-нибудь дать. Дали по Тимберсоу, Тимберсоу забрали, но снайпер на хайграунде стоит и просто шманает со своего дэсгана. Как знаете, как будто главный герой игры Doom сейчас на наших экранах, который действительно справляется с нечистью, ну и пытается забрать кого-то из игроков команды РБР. Но не так просто. Мы просто ждем, когда Мауза доиграет, чтобы пойти смотреть, Мауза проиграет антихайпу. Я понял. Понял, как вы играете. Так, Мауза проиграет эту игру, это будет рофл. Да, будет еще какой рофл, но тут, по крайней мере, у них появляются шансы. Они делают небольшие камбэки, но посмотрите. Команда Мауза... хотя какие камбэки? Они лидировали в 3000, и сейчас преимущество уже переходит к команде РБР. Да, в это время снайпер вместе с Бисмастером должны забрать сейчас все-таки Рошана. Ну и вот, кстати, тот самый герой. Так, Вульфтеррор пошел. А тут, если дать хороший свап, свап на Кейсера. Так, идет Вайпер, настреливается, поизон атаки. Рошан падает, Магнус залетает, крадет Никита смерти у Мауспорта. Что происходит? Отправляется Вайпер Страйк по Вайперу, так сказать, в обратку. Как обратно? Возвращается ему той же способности, той же пилюли, которую он угостил здесь игроков команды Mousesports. Рубик не попросил. Так, залезает снайпер. Боже, дэмэдж и пэл по трем героям. Трипл килл от Дини. И это минус снайпер. Это минус Skylark. Так, и также еще забрали Спартана. Ну, здесь Тинник, если что, был очень близок к ультракиллу, но он зашел в спину, забрал героя. Так и у Магнуса еще и кида бессмертия имеется. Там-там-там. Там-там-там. Вот вам, кстати, и игра. Ну что же. Тини сейчас атакует Тейн вышку на миде. Ломают ее вместе со своими тиммейтами. Берет дерево и идет дальше. Ну, хотя так как игроков команды Mousesports еще четырех персонажей нет на линии. Там, кстати, нет блинка у Тини. Вот так, знаете, можешь залететь в Рубика, дать по нему ТОС, Эвеланш и в итоге забрать этого героя. Но нет. Т2 вышки нанес непоправимый вред. Половину хп. Снес, ну, чуть больше половины, 857 хп. Совсем чуть-чуть нанес дэмэджа. В итоге может со следующим заходом ее просто в соло сломать. Ну что же, 23-18, 23-я минута на карте. Ну а фрагов-то уже за 41 фраг перевалило. Ну и Синий, который выходит дальше в бабочку. Не знаю, вот Silver Age и Mask of Madness. Мне кажется, этого хватило бы и так далее. Твое мнение, Мауза или антихайп на X-мапу втащат? Ну, слушайте, Мауза сильная команда, соглашусь. Но при том, что они сейчас проигрывают команде РБР, я даже не знаю. Антихайп — это сильный коллектив, это половина Virtus.pro, это часть Virtus.pro, это душа Virtus.pro, это основа ВП. Ну, без Нуана, конечно же. Так, кстати, забрали сейчас еще и Икса. Да. Потеряли игроки команды РБР одного своего тиммейта. Ну да ладно. Так вот, насчет антихайпа и Маузов, матч просто предстоит очень интересный. То есть это, грубо говоря, битва титанов данной группы. То есть из этого матча может получиться что-то интересное. Кстати, я думаю, что если там матчи параллельно идти не будет, то залечу на Муза и команду антихайп. Да, Старладер, да, комментит. Какая разница? Нужно и нам покомментить. Ха-ха.
Да, там просто получается перерывом будут матчи. Сначала антихайп Мауза, потом ЮАшки и команда Royal Бандитов. Не знаю, почему они не стартуют одновременно, как все остальные, но все-таки. Что же, ладно, 13 тысяч золота за тиником на этой карте, ну, так и имеется. Идет он в топный форс, а тут сейчас еще и немного подфармили. Ой-ой-ой, на Вайпера напали, Вайпера забрали. Вайпер мертвым грузом падает на землю. Боже мой, так жалко, ему крылья подрезали, он просто лицом упал. Да, тяжело быть Вайпером в такой жизни. Но у него имеется только один Хьюрикейн Пайк. Вайпер не дофармливает. Если бы Вайпер фармил бы так же, как и Тини, или хотя бы выходил на уровень нетворца снайпера, то игроки команды РБР сейчас проблем бы не знали вообще. То есть бы они стояли так же, сражались. И мне кажется, что вместе с Магнусом и Тини, таким же Вайпером, как Тимберсоу, например, да, с 10000 нетворца, могли бы выиграть эту карту. Потому что для Вайпера сейчас очень важно купить Блокинг Бар. А, ну вот он, кстати, что? Выход в Blade Mail, Maelstrom. Но я понял, он хочет наносить больше именно демеджа за счет того, что его будут атаковать. Ну, хотя не знаю. Не знаю. Ну, то есть, по сути, если он взял 8 к вампиризму способностями, 100 к дальности к атаке, возьмет еще 100 к урону от Viper Strike или возьмет на пуш Poison Attack. Ну, Poison Attack на вышке это очень сильно. То есть, вместе с Тиником, вместе, опять же, тут еще Магнусом каким-то, да, который усиляет атаку своих тиммейтов так же, как и Винга. Будет очень неплохо смотреться. Да и вообще, кстати, Винга очень круто смотрится с Тини. Чем больше у тебя силы именно белого демеджа, тем больше тебе добавляет эта Винга. Потому что она добавляет в процентах. Если там рассчитать какую-нибудь луну, это демедж именно по количеству. Пап, еще каким-то... Кто, кстати, еще по силе добавляет демедж? Ну, знаю, что по количеству наносит дополнительно... Добавляет демедж Дроу Рейнджер, да, своим рейджовым союзникам. Ну вот по милишным героям-то кто еще? Блин. Ну, Ликантроп Хауль. Ну, это активная способность, а по пассивной. О-хо-хо-хо-хо. Блин, не могу вспомнить. Так, кстати, выходит в тага. Так, так. Уходит отсюда. Три героя с контролем прилетели, но не забрали. Там просто, если бы на реакции на скювере все-таки улетел бы в другую сторону, то, скорее всего, получилось бы зацепить этого героя, забрать Тимбера. Хотя у него имеется... А, у него же из заряда Бладстоун, но он все равно на эту карту будет появляться. Хоть и с уменьшенным количеством времени, но все равно долго. Так, что там? Ну, фавориты этой группы. Один Тини не вытащит эту мапу, как мне кажется. Пишут в чате. Ну, ребят, а кто у игроков команды Mousesports Core? У них есть крутой снайпер, есть Тимбер, но снайпер — это физикал дэмэдж дилер. Да, нанесет много дэмэджа. Тимбер тоже может это сделать, но при этом... Игроки команды РБР. Это Магнус. Это Магнус — это геймчейнджер. Вот один из тех героев, который может реально перевернуть карту даже самым плохим исходом. РП по троим, четырем героям. Все. Подтиника — это смерть. Вайпер сейчас тоже артефакты себе приобретает. Купит в скором времени себе Blade Mail. И Файси уже атаковать этого героя станет не очень презентабельно, потому что вы его атакуете, но сами-то получаете дэмэдж. И у вас большая проблема. Ну что же, 23-21, 404 зарабатывают золото игроки команды Mousesports за убийство Никс Ассасина на топе. Ну как, Мауза, зарабатывает Skylark в соло. Блейдмэ, то есть Некромиконы, Primal Roar, Wild Access. И этого хватило для того, чтобы забрать. Там, кстати, снайпер, посмотрите, с Огурмагом отступают из леса. У снайпера, правда, появляется 10-секундная БКБ, вот теперь с ним придется разбираться немного тяжелее. Да, с ним может справиться Тини, не спорю, под Магнусом Рейвис Полярити. С его Рейвис Полярити. Но все равно. Ну, Вайпер также может накинуть, да, через БКБ Вайпер Страйк, замедлить на передвижение, на атаку. Но вот все-таки дополнительный атак спид у игроков команды Mousesports неплохой. 60 дополнительного атак спида за счет Огурмага, за счет Мисмастера еще плюс 45. Ну, он может добавить еще плюс 40 на 25-м. Я думаю, что он так и сделает, потому что игроки команды Mousesports должны работать на этого снайпера. То есть понимаю, что можно работать, конечно же, на кого-то другого персонажа, но на снайпера все-таки более презентабельно. Так сказать, опираться. Потому что этот герой вам и хайграунд защитит, если что. Да и вообще, кстати, может что-то сделать. И без мастера включается. Так, ну что же, там, спасибо большое за фоллоу, друзья. О, капитан, капитан, привет, дружище, привет. FPS проседают. Ну, там же, опять же, проходит лан-турнир, поэтому игроки играют не на своих компьютерах, не сидят дома, они сидят на буткемпе. Так что все это может здесь так быть с каким-то
лагами, не лагами, проседаниями FPS-ов и так далее. Может, даже с проседанием серверов, потому что это все проходит, как обычно, на лане, да, и вот что и получается. Да, друзья, кто только присоединился, всем привет. Не забывайте, если вам трансляция понравилась, сделайте фолло на канал и подписывайтесь на группу ВКонтакте vk.com/flankyflame. Ссылочку вы можете найти в описании трансляции, либо сейчас появится ссылочка в чате. Ну вот, привет, мужик. О, монашечка, привет, снова вернулся. Каждый день путаешь. Да, каждый день путаешь. Ну что, бывает со мной такое, бывает. Что же, Никс Ассасин отправляется живым вардом искать игроков команды Моуспортс. Ну, посмотрите, опять то же место. О, боже мой, Никс, он же использует СКА. Он использует на той же линии, то есть, понимаете. Он на этом месте в прошлый раз погиб. В прошлый раз его здесь подцепил Бисмастер и вновь его пытается здесь поймать. Никса увидеть. Праймл Рор. Дать. Минус Никс. Карапас не успел поражать в это время, пока отвлекается Бисмастер и тратит Праймл Рор на Никса. Забирают Огр Мага. Отправляются дальше. Могут забрать здесь и Бисмастера. Некромикон-то в скором времени закончится. Тимбер пошел со своим ультимейтом по Вайперу. Вайпера раскайтили. Вайпера убили. Также Вингу забрали. Ну и Скайларк отправляется дальше. Проблемы сейчас у игроков. Магнус также может погибнуть. Пытается спрятаться. Есть у него сейчас форстаф, но к снайперу прилетает. Прям на вот эту вот разделочную доску залетел к шеф-повару Кейсеру от команды Мао Спортс. И из Магнуса сделали неплохое жаркое. 856 золот заработали игроки команды Мао Спортс. При этом байбек потратил Спартан на этой карте. В этом файте. Но он погиб самым первым, при этом разменяли Никса в Огр Мага, снайпера забрать не смогли, подцепить также, Магнус РП так и не дал. Ну и в этом проблема. Причем Тини также отсутствовал, он вообще фармил другие линии, у него появляется бабочка и будет выходить дальше еще и в БКБ. Греков и антихайпов, да, скорее всего. Грабли, не, позиционки, они, конечно, намного сильнее. Ну, да, отчасти. Позиционки, да. Но вот команда РБР с позиционкой проблема. Ну это же даже, что команда Мао Спортс играет. Просто проблемы у игроков команды РБР с этим. Бывают. То есть они вроде как инициируют, но они не могут сейчас залететь с хорошим ревиз-полярити. О, да. Ну то есть если мы прошлую карту смотрели, Мауза, да? Или даже не Мауза, подождите. Мауза прошлую карту смотрели. Ведь правда? Что-то у меня уже все. Мауза или Альбатрос? Не, по-моему, мы смотрели другой матч. Ну ладно, не суть, короче, мы еще с вами посмотрим немного. Так вот, Магнус не может дать ревиз полярити по двум-трем героям, нормально. То есть, если бы он залетел бы с хорошим РП вместе с Тини, то тут никаких проблем бы не было. Вот, так еще и Тини фармит себе БКБ. Ну, БКБ надо. Но то, что у Тимбера появляется еще и Аганим, два Чакрама, синий и красный. Что выберешь? На какой сам сядешь, да? На какой друг посадишь? У этого Тимбера. Ну, матрица просто, отсылка. Два чакрама, красный и синий. Ну и при этом это огромное количество чистого дэмэджа. Моментальный урон 108, урон в секунду сотка. То есть вы наносите 360 чистого дэмэджа сразу, 200 в первую секунду. И при возвращении также еще наносите дэмэдж. Это много. Ну, тем более, видите, как Тибер просто начинает пилить этого Рошана. Рошан второй на этой карте. И достается он игрокам команды Мао Спортс. В прошлом файте, если вы помните, на Рошане игроки команды РБР смогли забрать Гиду Бессмертия из-под носа у игроков команды Мао Спортс. Украсть ее смог Магнус. Ну и в итоге тот файт игроки команды Мао Спортс выиграли. Да, сначала его проиграли, но потом Тини зашел в спину и просто забрал. То есть там даже РП не было как такового. Там хватило Эвеланша и Тоса и неплохой, так сказать, позиционки команды Мао Спортс для игроков команды РБР. И в итоге Тини всех забрал. Ну, то же самое может сделать Магнус. Дать РП по 3-4 героям. Да, ребят, антихайпов и Мао Спортс можно будет посмотреть на данном канале. Но будет небольшая проблема в том, что у Старладера задержка будет меньше, чем у нас. Потому что задержка в Dota TV 5 минут, задержка в трансляции Старладера 2 минуты. Поэтому вы там сможете игру смотреть более... с ранними результатами. Для людей, которые ставят ставки, это очень важно. Но если вам нравится комментирование, можете оставаться здесь, посмотреть также данный матч с нами. В такой небольшой, теплый
атмосферной кампании. Ну что же, Магнус на топе, 19 уровень, блин, форсап не уесться, Hand of Midas, Arcane Boots, Gem и ТП-шка у этого героя появилась за 34 минуты игры. Ну а Тини до сих пор идет с топ-нетворсами, пока не уступает и собирает себе БКБ, тем более без байбека. Но Тини 21 уровень, по талантам 350 к здоровью, 7 секунд перезарядки и греба. Сколько там, 5 секунд всего лишь перезарядка, ну неплохо. 5 секунд перезарядка, синий берет снова дерево, и вновь, и вновь, и вновь, вновь идет, так сказать, от крайности в крайность. Что же, сейчас надо как бы хотя бы еще пару стаков сделать эльшин крипов, потому что для тени это прям, вы видели, как прекрасно выглядит. То есть пара стаков эльшин крипов, которые фармил тени, по-моему, раза 2 или 3, мог залететь. Так, кстати, но проблемы у Тиника. Тиник получает огромное количество дэмэджа. РП какой хороший залетает, но по 4 героям БПЛ, и также залетает по 4 персонажам, тут же не Некромиконы. Но Тини не может нанести дэмэдж в это время, у него очень мало хп. А, даже не по 4, а по 3 героям залетел, а Чакрам полетел за Рока, прожимает БКБ, отправляется на базу. Ну и РП у команды РПР потрачено. РП был просто великолепный. Если бы цивили снайпера и был бы синий, он бы сейчас просто развалил бы всех. Но не хватило, так еще и он стал целью инициации, после которой ушел. Ну, то есть, как могло произойти? Мог тебе не остаться и погибнуть от снайпера. Но при этом нет. Нет, нет, еще раз нет. Ладно, 510 золота зарабатывает за убийство вайпера игроки команды Mousesports, но при этом как бы... А, Маус... Да. Маус забирает еще одного героя, а у Рубика появляется нейротоксин, который он использует, и сразу же заменяет на шок-вейв, который для него будет чуть получше. Ну и, кстати, вы понимаете, что Нулфилд, который... Ой, кстати, я не понимаю, 75 к урону от украденных способностей. То есть сколько дэмэджа будет вносить Avalanche, шок-вейв... Если еще и прокачать на 25 уровне данную способность, так еще и взять Нулфилд с увеличением дэмэджа на 22%. Ну, Нулфилд это все-таки активная способность, ее можно использовать и в итоге... Да, кулдаун 21 секунда, но вообще 30. Вроде как. Это просто аркейн руна. И в итоге вы можете переключать как защитный, так и на атакующую. На атакующий вариант своей пассивной способности. Но это очень круто выглядит для Рубика. Много дэмэджа можно наносить. Ну и что же. А, Рубик залетает, цепляет Никса. Никс вновь будет погибать, хотя форстап и свап, и все просто в этого героя потратили. А как Тинита спасать теперь? Если не поставить, непонятно. Забирают Некромиконов здесь вышка. Вайпер продолжает откидываться нейротоксином. Ну и прожимает Blade Mail. Опачки, а Impale еще это... Maybe next time залетает Prime Aurora по вайперу. Вайпер вообще просто собачка для битья. Забирают его, забирают также снайпера, выбивают из него еду бессмертия. Залетает Тимер, сражается дальше. Вайпер делает байбек, возвращается на верхнюю линию с помощью телепорта. Залетает на Туга. Туг получает вайпер страйк, делает Тимер чейн. Пытается уйти под БКБ. Тини наваливает. Снайпер понаваливает по нему. Залетает сейчас еще и Магнус. РП. Ай-яй-яй, ну под... О, хорошо так поспели тага, но... Ай-яй-яй, Магнус погибает. Залетает магический дэмэдж импейл, монобёрн есть, Симеру снова слили половину хп, но игроки команды РБР забрать его не могут. Байбек у Магнуса отсутствует, РП он потратил, но не хватает. То есть РП здесь должно действительно залетать такое, знаете, шикарное, ровное, красивое. Но нет. Просто нет. В итоге... Огр Маг, Тимбер на мизе. Вместе с Вестмастером, снайпером наваливают по таверам, наваливают по строениям. Вайпер идет сюда, отправляет свой нейротоксин. Так, пошел еще и с неприятными своими поизон-атаками. Тини на подсейве. Тиник готов встречать героев. Но, по-моему, РП Магнуса, который своровал Рубик, делает просто отличный мув. В итоге байбекается Никс. Тини пытается сразиться с игроками команды Mousesports, но у него не получается. Делает байбек, возвращается в игру. Никс также делает подкоп по двум героям. Идет винга. Есть свапли какой-то. Ну, а свап на снайпера. Забрать его, Праймурор без фактора. Залетает по Никсу, спасает своего тиммейта. Винга пытается выжить, но погибает по двумя чакрамами от тага. В итоге Тиник здесь уже ничего не сможет сделать. Нанести дэмэдж под пятерым героем команды Mousesports просто невозможно. Игроки команды РБР остаются вдвоем только. Да, Магнус появится через секунду. Ну и в итоге Mousesports отсюда отступают и хотят зайти по Т2 вышке на боте и забрать, конечно же, последнюю сторону на хайграунде у команды РБР. В итоге закончить эту игру. Но, понимаете, Рубик дает РП лучше, чем Магнус. Ну, я, конечно, ничего не имею в виду. Maybe next time тот еще профессионал. В хорошем смысле, конечно же. Вот, так что от него такое ожидать все-таки стоит. Ну и что же у нас сейчас у Тиника? 23 уровень. Blacking Bar, Сиджин Яша, Shadow Blade, Бабочка, ПТшка и Фапила у него имеется. У этого Тиня.
но при этом дальше он будет выходить в Дайдалус. Ста, Вин, Настя. Пока ничего особенного. Ну что ж, ломаю тут два вышку. Изи для маузов. Ну, почти изи, почти изи. Ну и снайпер. Просто какой-то бешеный. Ему не хватает только маски of madness для полного антуража. Что же здесь сейчас? Так, Primal Roar пошел. Драка, Тини получает дэмэдж. Магнус РП хорошо нужно дамажить, но есть Рубик со свапом. Спасает свои ультимейты, забрали Зиммера. Снайпер стреляет дальше. Свап пошел, свапнули его под самую кучу событий. Команды РБР подцепили снайпера, снайпера соснули, снайпера убили. Отлично, 86 секунд в таверну, игроки команды РБР идут дальше. Есть также Эвеланч засыпает, нужно еще точку дать, забрали Тини, живет. В это время Угрымак может погибнуть, Угрымак погибает. Минус 4 в исполнении команды РБР, Рока. Очень мало хп остается, но выживает, 90 хп, трипл килл делает сейчас Вайпер. Зарабатывает огромную кучу денег. Огромную! 2390 золота, 6745 золота зарабатывает команда РБР и 15000 экспириенса. Нанесли при этом 12000 урона, но на крополях. Просто на крополях. Это жестко. Вот. Ну что же, 35-29. Реклама, кстати, ребят, включается на перерыве. Ну, я включаю на перерыве, а то, что включается во время матча, не знаю. Бывает. Ну, я, может, где-то настроил автоматическую рекламу, я не знаю, надо будет исправиться. Там, возможно, каждые 8 минут что-то такое стартует. Ну, поддержка канала. Я попробую ее отключить, ребят. Будет перерыв, только в перерыве реклама где-то на 3. Поэтому, ну, терпите, ребят, что поделать. Что я могу с этим сделать? Бывает такое. Ну и что же, Никс? Здесь сейчас на миде спалился, там был синтряк, там был вард, и в итоге Никс справляется сейчас во вражеский лес. Но так как там у кого-то есть гем или нет... Нет, пока нету гема. Ну, Ник сейчас выйдет в Тиверсоу, потеряет его. Будет стримить антихайп Маус? Да, скорее всего. Ну и что же? На Тага сейчас есть нападение. Никс, Карпаса, слишком рано! Слишком рано! Мунаберн, Вайпер залетает дальше. Киркин Пайк, ультимейт, не давать. Лотосорб, не стоит этого делать. Ну, Атини в это время подцепил Рубика. Рубика забрали на 93 секунды, отправили в таверну. Так еще и зря выходят игроки, они в меньшинстве сражаются-то. Против пятерых это очень опасно. Я не знаю, зачем они это делают. Сейчас они могут просто все погибнуть, и игроки КМДМ Спортс могут отдать эту игру. Но Рубика не будет 79 секунд. Maybe next time не сможет своровать хорошую способность и реализовать ее в ответочку. Ну и в итоге 35-30, 750 золота для игроков команды РБР залетает. Ну и 1200 экспириенса. Неплохо. Совсем не дурно, при том, что еще и у Тини появляется Кристаллис, и скоро времени будет Дайдаус. Не обязательно. То есть бояться снайпера, то, что у него БКБ, теперь не стоит, потому что будет у Тиника Дайдаус, и он сможет просто с помощью вот этого дополнительного дэмэджа критов сносить этому снайперу все хп, которое он имеет. Это будет очень здорово. Ну и должно быть вроде как просто. Что же, Макс, 22 уровень, Мидас. Ну, пока у Магнуса дела, кстати, обстоят, ну, хуже, чем у Вайпера. Раньше были получше. То есть там шел Тинь на первом месте, потом шел Магнус где-то на 3-4 позиции. Сейчас он упал на 6-ю строчку. На 5-й строчке идет Вайпер. Ну, он хотя бы выбрался из того положения, в котором был, и после Майлстрома будет покупать себе как раз БКБ. Ну, вот стоит. Потому что магические способности, опять же, даже Шрапнель неприятно, Синейт могут очень сильно доконать. Тем более еще у снайпера имеется Мьёльнир, который тоже наносит магический дэмэдж, и причем не очень мало. О, боже, вы посмотрите просто на этого снайпера. 3 атаки в секунду. 3 атаки в секунду. Залетает Тибер. Идут они сейчас вместе с Кромиконами без мастера на Рошана. И, видимо, гиля бессмертный для снайпера. 2 жизни. И снайпер живет. А там еще и дабл дэмэдж. Похоже, на этом игра будет заканчиваться. Что же, так, подождите. Должны выбить Primal Roar. Снайпер прожимает БКБшечку. Ну и пытается отсюда уйти Никс Ассасин. Но Никс погибает. И сейчас еще и воровство способности тот своровал. Так, что пошел Primal Roar. Да, понятно. Бисмастер использовал просто, я так понимаю, свой рефреш-арт. Кстати, а я не понимаю, то есть если ты используешь рефреш-арт, у тебя же перезаряжаются все способности. То есть ты можешь поражать рефрешер, поражать его, поражать способность, поражать рефреш-арт, поражать способность, поражать рефрешер, поражать снова способность. По сути, так это, да, по сути, так должно работать. Ну что же, игроки команды РБР, кажется, эту карту проиграли. Игроки команды Moonsports не хотят отдавать им даже единого шанса. В итоге отправляются на Т4, ломают Т4 и будут ломать рот. Ну и, похоже, здесь пора прописывать Good Game Well Played.
Легчайшая ставочка. Но вообще-то, наверное, вот еще рефреш пошел, да, и загибает Винга. Ну все. Тут без шансов. Ну, так, подождите, Магнус подкапывает РПшечку еще после рефреша раздать, но не успеет. Тут уже просто вовсю без мастер, да, еще есть рефреш. А Магнус просто залетел с РП и погибает прямо у ног игроков команды Mousesport со своей базы на своем троне. Рефрешер не рефрешится. А, не рефрешится, да? Ладно. Тогда все окей. А то это было бы слишком жестко.